Да. Можем заезжать. Короче, скидывайте мне потом валюту, там поймете, скажу. Обычные моды. Все, кастую. Бежим наверх. Там появится, короче, такая табличка. Ну, увидите. Выбирайте мой ник и передайте все монеты, что есть. Какая волна с анкором? Восьмая? Седьмая. Как ты говоришь, да, там, чтобы все передать? Сейчас нету, она через 37 секунд появится. А, подожди. Нет, строить я буду. С анкором там выше 10. Ну, фир, анкор, неважно. Фир 12-я волна. А, там, ну тогда срать. Сейчас на самый верх, правильно? Я еще вам вообще ничего не понадобится строить. Да, вот там вот оттуда мобы появляются наверху. Я знаю, я был. Там связь, бафчики, бла-бла-бла. Наверх. Все, бафайте сейчас. Тут из РТ быстрее подходи. Строить сейчас надо будет. А я с ней бафну еще. Беги сюда. Время. Здесь время очень. Секунду нельзя даже тупить. Все мне перекидывайте. Частицы, там у тебя табличка появляется. Ник выбираешь и пишешь число, сколько есть. Так. Там банки не заюзал. Постарайтесь бить самого первого, который идет. У кого тормозит, можно в специальных настройках выключить, отключить визуализацию эффектов. Галочку. Или. Сразу передаем. Ну, я уже понимаю, что я тупо в строительство упарываюсь, потому что еще половину башни не построил, там уже у вас мобы прут. Да, но настроек как бы мы дамажим зато. Да, мы, да. Знаешь, с комовов побили неплохо. Ну, и да, вы хорошо как бы продамажили. Я же говорил, что фулкой вообще самое выгоднее сюда ходить, когда правильно, ну, сетап найден. Просто под фулку у нас не найден сетап. Будет. Блять, еще одну башню можно построить. Чего не хватает? А, реку. Оу, я... Ладно, хотя бы так. О, очень хорошо. Передаем сразу. Какая волна была? Четвертая?
Это была три. Вторая только. А, слишком много башен построено. Только апа из середины, чтобы начальник... Да, я сверху буду его апать. Все, ну, видишь, я только строю, я вообще дымобог не успеваю. Походу, самый бесполезным даже строить. Так. Все, что ли? Ее пора сыпать. Да. Кидайте. А, разбахнуть надо. Я кинул. Бля, может мы поставим по одной башне ядовитой? А? Хорошо, а за этот чистый эфир что нам тут можно покупать? Ну сейчас давай уже пройдем, там увидишь. Хорошо. Короче, следующая волна, ставьте вот вокруг хранителя разлома Void и Паша, ставьте башню яда, потом бафнитесь. Угу. К ней подойдете там башню? Население? Нет, еще не поставил, просто раз вы хотите поставить. Так у нас будет на башне уже после этого. А, я понял. Надо там все, все, короче, все построено. Да, чтобы уничтожить вплоть до 9-й волны. У нас мобы будут намного жестче. Я просто... Короче, все равно башня яда именно здесь надо строить. Так вам удобнее будет. За хранителем, да, их строить? Да, только по одной штуке. Ну, сейчас лишнее потом скинете. Башня 100 стоит. Сколько кдшится этот баф? 10 минут, наверное. Хз. Я его, ну, как бы, я знаю, что он бафается на минуту. И ЗРТ тоже башню построй. Яда там, короче, рядом с хранителем. Так у нас внизу башни не построены. Все нормально. Все устроим? Да, на первом этаже каждый по башне яда воткните. Ну, да, посох надо было тебе передаст. Да, блядь. Похуй где? Построил. Левая, самая левая линия. Все остальное тебе скидывать? Да, все остальное. Блядь, я не понимаю, где левая. С какой стороны? Вокруг хранителя. Хорошо. Все, пошли к мобам. Они уже идут. Угу, правильно все сделали.
Так, блин, застрял. Мозг застрял. Где ты? Сильно прожатый мы бы. Да, нормально. Ну как, относительно. Хорошо, кидайте. А чё, ты Все, улучшил, мне да, Паша? перекидывать. Да, я сразу ее улучшил. Бля, не надо улучшать идет. Башни. Не надо. Чего? Башни улучшать не надо. Яда вообще. Это бессмысленно. А, то бишь у меня баф не будет теперь? Баф будет, просто это плохо. Смотрим. Дорого, бессмысленно. Не трогайте, я скажу, когда улучшать надо будет. Башня яда, она при улучшении ничего не дает до третьего уровня. Ее сразу до третьего уровня надо тыкать. С 15 волны. Как, короче, все тебе скидываем, правильно? Да, я вам скажу, что делать. Сколько там еще? Как там мобы себя чувствуют? Нормально. Так. Проще идет, чем мы вдвоем, когда ходили. Значительно проще. Как сказать, они быстрее умирали. Да, они-то быстрее, но они меньше доходят. Значительно меньше. Они до третьей секции вообще не доходят. Кидаем. Да-да, скидаем. Какая волна была? Сейчас седьмая будет. Сейчас вроде быстрее будут поцы какие-то. Контроль не вешается. Замедло только вешается. Самое главное — убивать самых первоидущих.
А за это плюшки всякие брать можно. Зерта, ты что, не передаешь? Это эфир. Это награда. Не частицы, бездн. Зерта, передавай частицы. Бьем, 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 бьем. Эти жирные, пиздец. Да, эти жирные, следующие, блядь, самые пиздопротивные. Ну, точнее, которых нужно... Башни не дамажит, да. Сколько? 1600, да, стоил, да? Баф? Да. Топовый баф, да. 1600 или 1900. Так, бежим наверх быстренько. Перекидываем. Мне сейчас баф будет покупать. Все стоим рядом с NPC. Скидывайте скорее. Бафа. Точнее, не бафа. Идем наверх. Рядом со мной бегайте, все рядом со мной бегайте. Скорее сюда. Ко мне, Зерта, давай ко мне. Блять, мобы уже идут. Блин, инвентаре не вижу эту хрень. Как на... Пиздец, очень Блядь. Большой проем. Просто нереально большой проем. Вот, на тебя бахнулось-то хоть? Да. Это ты самый топовый купил, Лех? Да. Если хотя бы один моб пройдет, это фейл. Не, тут атаки много дало очень. Я вижу, да. Ну да, нормально, 11-ю волну сделаем. 20-ю волну фукой можно сделать. Урон, смотри, только наш идет по ним урон. Башни вообще их не бьют. Только дебафы. Только стан. А за медоника на это тоже. Да, только стан. Ну и отбрасывает их вроде бы как. Не? Это баг. Баг игры. Это лучше, чем мы вдвоем проходили. Да. Бежим наверх. Наверх. Не буду башни строить, потому что баф нужно отбить всем дамаг в босса. Включайте все, что там есть, на усиление урона и прочее. Дебафы старайтесь не вешать, когда он стоит в стане. Короче, там важно, чтобы я часы закидывал, пока на нем нет защиты от контроля. Ну, я сейчас стан дам ему сходу. Нет, давай лучше я часы ему дам. Частица бездна передавать. Бьем. Фулл дамаг.
Пока не надо. Могу стан дать. Давай. Давай, да. Вот под следующий, когда резист пойдет, не кидай. Зерта дамаж. Давай стан. А все, там это, ты сейчас уже не закинешь. Там постоянно будет сейчас, видишь, висеть эта хуйня. Понижалку нападав даю. Да-да-да, вот понижалку давай, конечно. А вот жаль, что... Мое канает? Мое не канает, понижение. Мое канает. Бля, вот это круто, что твое канает, ёпт. Сейчас, может, там дать. Понижалку, смотри, когда маг идет. Бля, это охуенно, что твоя понижалка канает. Моя-то не канала, не канала. Очень хорошо. Опять понижалку дал. Смотри, как летит. Ебать, я его в стан поймал, нихуя себе. Киберкотлета. Жестко понижалка, да, работает? Да. Что твоя, что моя, она идентична. Ну, только твоя канает, а моя нет. У него резист. Понижалку, да. Ой, охуенно. Все. Теперь кидайте на меня. О, кидываем. Достер. Только я изначально, блядь, вот чувствовал, что, блядь, надо толпой ходить сюда. Сразу-сразу наверх, сразу дамажить мобов. Сейчас бонус уровень. Хрючево. Все скинули? Да-да-да. А, 20 секунд еще, блядь. Забыл, уже минута цела. Вы могли посмотреть, что тут можно взять. А, в конце посмотрим. Да, ну это будет. Да-да. Там обмен нажимаешь и... Короче, что-то можно купить, да? Вы яд, да. Яд потом апните в следующий раз, когда монеты дадут. Только не сейчас, потому что сейчас бахнет. Да, да, да. Нет, нет, они не пропадут, они остаются. Ничего не пропадает. Не жирные эти хряки. Да, но с них золото падает. Что падает? Золото. Пиздец. Ну, самый полный пиздец в том, что башни просто не достроены. Ну, как они улучшаются. Максимально быстро. Пиздец. Первого бейте. Обью. Хрюши! Стоп! Стоп! Чего? Баф! Баф! Все, бегите. Передаем. А, к яду своему подходите. 12-я волна, тут гидры. Что? Своей башней бафайся, там баф какой-то есть. Как это сделать, Лёх? Защита башни, сейчас я вам кину. Защита башни, получи защиту. Да. Всё, я получил. Всё, я тоже.
А, все равно я перебегаю. Ну, класс. Я тоже, хоть и защита. Понятно, защиту-то от паралича, Лех. Ой, блядь, другая значка. Ну, Это хуйня, значит, я понял. ну, понятно, скорее всего, дает земли башня защиту. Ну, окей, в следующий раз будем иметь в виду. Я просто... Ну, нам не хватало денег на эти бафы. Ебать, у меня полыхает, пиздец, когда вот ты бегаешь по КД, сука. Что такое? Хорошо. Пиздец. Атури бомбит. Блять, не успел ударить, уже побежал. Не дожало. Хуёвенько. Да ну пиздец, тут дохуище просто. Ну потому что паралич, ой, ебаный эфир. Тринадцать прошло, да? Не-не, 13 волна сейчас. А сколько прошло? Перекидываем, перекидываем, перекидываем. Да пофиг. Уже зачем ходили? 19. Сходили, считай. Я посмотрю потом, это типа как лучше сделать. Сейчас сложно какие-то выводы делать, изменять тактику, в смысле мало. Чё, сейчас, наверное, будем вылетать из рифта, потому что... Не-не, не, нет. Осады. Чего осады? Осады сбор у дуба. Ты тут чем больше волн, тем больше у тебя награда. Нет смысла вылетать. Если ты вылетишь, ты ничего не получишь. До конца нельзя вылетать. Награда не придет. До конца 9 минут? Нет, вообще нельзя вылетать. Если ты выходишь раньше, ты не получаешь награду. Да лучше пройти. Вообще, лучше всего пройти хотя бы 20-ю волну. Ты получишь дополнительную рекомендацию. Ну, видишь, начало хорошее до 10-го босса, а потом вообще люто, потому что они очень толстеют сильно. Я думаю, мы скоро закончим. Да. Здесь. 11 волн, 11 защитных слоев. Всем привет. А, привет. Пиздец. Шесть защитных слоев, ну все. Крайне. Короче, как я и думал, башни земли потеряли свою эффективность под ноль после 10-й волны. Уже ничего не делают. Да. Всем привет. Здорово. Здорово. О, а этих просто дебафы. Урон в них не идет. Вообще просто без, я понял. Да, у них нет урона. А чем дебафать? Просто, блядь, понижалку кидать, покидай все. Ну да, да, так и делай. Луку ноль. Ну и стан давай кому-то. Я же не массовый стан. Ну, одиночный. Нет, понятное дело, пока даю все.
походу сейчас вылетим. Да, вылетим сейчас. Подбас. Начало такое отличное было. А тут просто через жопу все придумано. Не переживай. На то, чтобы понять, как эту хуйню проходить, ушло 4 дня. Причем на орках совсем по-другому проходится, нежели на эльфах. Прикольно, но им очень сильно дорабатывать надо. Все, ГГ. Можно идти к этому, к ТП? Смотреть. Как Game Over напишет, так. Ну да, в принципе, Game Over, да, можно навертить, можно посмотреть, что там. Чё, вот так вот. Чё, мы прошли? Лол. Как? Продайте еще, называется. Все, не-не-не, просто стоим, смотрим. Там пускай... Да, можете мне скинуть, хотя похер уже, неважно, можете не скидывать. Один слой остался. Все равно так, что я могу купить? Обмен, да? Да. Да, обмен смотришь. За 128, типа, этих... Ну, первая попытка в относительно большое количество людей пойти. Ты просто посмотри цены и что там вообще берется. Ну, сетап показал вот себя неплохо. Не смотри, это просто бафы. Я понял. Прохода. Ну, кроме, конечно... Да, что походил судя по складам с утра, блин. По значке защитника можно купить. Таргетные башни очень плохие, я не могу понять... Кстати, я сейчас включу и посмотрю, работает ли башня воды. Ну, это дорого очень. Соответственно, написано, что несколько целей она берет. Мне кажется, это неправда, и она не берет несколько целей. Руна происходства 7200. В общем, наблюдаю, чистый потом эфир. По видео буду анализировать. А лазурь смотрим, есть как смысл это все по два? Впервые увидите. Нет, с там анимацией. Кристалл Крой лучше, блядь, покупать тогда уж. Как это все дело работает. Он тоже по два. Ну да. Он дороже намного. Камень энергии. По 6? Да. Изменили цену. Сука. Ой, блядь. Копим, копим. Все, типа, уходим. Не выходите. Да. Само выкинет. Когда... Не, оно само выйдет. Если выйти раньше, награды не будет. Просто пиздец. Ну вот стандартно, кто-то наобузил. Найс. Помню, что это еще. Вот через минуту выкинет. Ждем. Вот так вот, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ждите. Может, оу, а сука, каст быстрее, быстрее. А шо, Сидор? Пей, 46 секунд. Что ж такое?